Ну вот, без смущения, 5 рублей 1901 года и 10 рублей 75-77. Давайте покажу вам дальше. Давайте. Но здесь будет Николашка. Момент. Ну вот. 75-й год. Все эти. Это будет 77-й год. И Николашка, 5 рублей. Вот так, сейчас хотите, положу их в другом, как бы сказать. Да нет, даже не надо. Все любим Николая. Бляха, такой маленький, зараза, ну. Очень маленький, зараза. Вот он. 5 рублей 901 год. Ну, если надо, перекинем. Вот эти легче, конечно. Да. Вот золото России. Ну, вернее, России и РСФСР после свержения царя. Маленько золото. Сами выбирайте. Ну, я бы всегда выбрал вот царские рубли. Как бы хороши бы не были советы, я бы выбрал царский рубль золотом. Окей, спасибо, посмотрите и просто слюньки попускайте. У меня такие есть. Это не последние мои. Это часть моей коллекции.